всем привет, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами снова я, Форс. И это такой туториал. Давно не было туториалов. Вот. И в этой части туториала мы построим с вами телевизор. Он будет настолько простой. Вот. То, что вы сможете использовать его даже на сервере, где-то еще. Вот. Но для этого вам понадобится довольно-таки много ресурсов и какая-нибудь там Redstone схему, чтобы это все автоматически делалось. Вот, но я покажу в одиночном мире, в креативе, чтобы вы это поняли, как чего делается. Так, поставим вот такую вот, наверное, конструкцию. Так, вот сюда вот так вот. И вот сюда поставим так две паутинки. Нет, хотя вот так вот сделаем, вот. Пускай вот так вот будет. Дальше, ребята, мы с вами ставим... Ставим сначала что? Давайте поставим такой один блок. И дальше пойдем чередовать песок вместе с гравием. Как бы в шахматном порядке. Вот так вот. Там можно вот так вот. Вот, можно вот так вот. Я не знаю, вам сейчас, наверное, очень громко. Давайте я сделаю чуть-чуть потише. Так, вот. Вот так вот, потом вот так вот. Потом вот так вот. И вот сколько вы так хотите, столько блоков вот вы и ставите. Чем больше блоков, тем как бы получше у вас получится, можно так сказать, телевизор. Этот телевизор будет похож, знаете, на что? На то, когда канал какой-либо не работает, да, и идут такие помехи, шипения, может быть. Вот, и на такие помехи будет похож вот этот телевизор, вот этот эффект. Не, серьезно, ребят. Это, правда, смотрится довольно красиво. Можно там поставить чего-нибудь еще. Ладно, вот я думаю, мне вот этого вот, конечно-таки, хватит, для чтобы вам показать наглядно. Также можно здесь поставить какую-либо такую конструкцию прикольненькую. Сейчас я возьму, например, какие-нибудь досочки. Например, вот эти вот возьму. Знаете, это так... Так, стоп. Вот так вот. Раз. Так, хлоп. Так будешь сидеть. Нет, не так будешь сидеть. Сейчас я возьму еще вот одну досочку. Так поставлю. И, знаете, там как-нибудь вот так вот, типа, захочешь посидеть, так посмотреть телевизор. Да, также здесь можно поставить вот такую кнопку, чтобы еще было интереснее, можно так сказать. Вот. Дальше мы, ребятки, просто убираем вот этот блок. И смотрим, как все у нас падает в паутинку. И смотрите, вот, ребят, довольно-таки прикольно смотрится это все. Так, я это даже вот так вот сделаю. Смотрите, реально смотрится как шипение в телевизоре, когда не работает какой-либо канал. Смотрите, вот если вот так даже смотрите, вообще суперски. Да, правда, они забираются, лучше близко не подходить. Эти блоки собираются. Вот, а так смотри, смотрите, вообще супер. Вот. Так, давайте еще немного насладимся этим шипением. Так. Ладно, все, это можно уже закончить. Потом мы просто подходим вот к этому блоку и собираем все наши песок и гравий. Все наши блоки. Также это можно уже сейчас все выкинуть. И вот так, ребятки, давайте ставим лайки, подписываемся на мой канал, если вам понравился этот туториал. Чем больше лайков, ребята, тем еще больше будет выходить туториал. Какую-то я вообще непонятную штуку сейчас сделал. Ну ладно, ребятки, давайте подписываемся на канал, ставим положительные комментарии под моими роликами. Чем больше лайков, тем чаще будут выходить туториалы и того вида штуки. Всем удачи, всем пока!